Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. Итак, поехали. Как называется специалист, хорошо разбирающийся в винах? Сомелье – это работник, ответственный за приобретение и хранение вин, представление их клиенту. Сомелье составляет винную карту, занимается дегустацией вин и дает рекомендации по выбору напитков посетителям ресторана. Найдите неправильное соответствие субкультуры и времени ее расцвета в СССР. Денди называли модников 19 века, чрезмерно следящих за своей внешностью, одеждой и образом в целом. Со временем термин безнадежно устарел, а вот явление такое осталось, сегодня это метросексуалы. Как назывался основной художественный метод в советском искусстве? Основной целью искусства в те годы считалась пропаганда истинных советских ценностей. В его основе лежало три принципа – народность, идейность и конкретность. Соцреализм оформился аж в 30-х годах. Чего удостоился Пьер де Гитер за создание музыки первого гимна СССР «Интернационала» от Совета народных комиссаров СССР? Предшественником советского гимна, написанного Сергеем Михалковым, являлся «Интернационал». Произведение французского поэта-анархиста Эжена Пати и композитора Пьера де Гетера было сначала гимном РСФСР, Дальневосточной Республики, Белорусской и Украинской ССР, а в 1922 году стало гимном Советского Союза. Автор музыки «Интернационала» Пьер де Гетер в 1928 году удостоился пожизненной пенсии от Совета народных комиссаров СССР. В какую советскую игру можно было поиграть после того, как съешь куриный суп? Раньше курицы покупали целиком. В этой курице где-то в районе груди была специальная косточка, которая называлась «бери и помни». Все дети в семье знали, что есть такая косточка. Дети готовы были есть куриный суп с макаронами и плавающими полукружиями морковки, только бы добраться до «бери и помни». Косточка эта напоминала русскую «Л». Каждый из двоих брался за свой кончик косточки и тянул. Когда косточка ломалась, оба прищуривались, пристально смотрели друг на друга и говорили «беру и помню». Это значило, игра началась. Назовите фамилию генсека СССР, который писал стихи, и довольно неплохие, играл на фортепиано и хорошо разбирался в литературе. Юрий Андропов в течение 15 лет возглавлял КГБ, а потом полтора года был генеральным секретарем ЦК КПСС, это всем известные факты. Куда менее известно то, что генсек писал стихи, и довольно неплохие, играл на фортепиано, хорошо разбирался в литературе, много читал. Видимо, за это он и получил прозвище «Романтик с Лубянки». Его стихи стали известны только после его смерти, они так и не были изданы. А сколько в середине 80-х годов стоили первые советские VHS видеомагнитофоны Электроника VM-12? Электроника VM-12, первый советский бытовой кассетный видеомагнитофон формата VHS, выпускали VM-12 с 1982 по 1995 годы. Хотя стоил этот видеомагнитофон весьма недешево, 1200 рублей. Он, как и многие товары в СССР, был дефицитным. Чтобы его приобрести, нужно было долгое время ожидать своей очереди. Следует отметить, что себестоимость видеомагнитофона была выше его розничных цен, и его производство датировалось государством, будучи убыточным. О какой сельскохозяйственной культуре во времена Хрущева говорили? Ее не посадишь, тебя посадят, ее не уберешь, тебя уберут. В
1954 году Хрущев познакомился с неким фермером Росуэлом Гарстом, который убедил его в том, что всю страну можно накормить одной лишь кукурузой. И действительно, в то время американцы собирали в несколько раз больше тонн урожая, чем советские граждане. Царицу полей тут же решили сделать главной зерновой культурой СССР. Предполагалось, что кукуруза поможет увеличить в 3 раза прирост крупного рогатого скота, а также достичь темпов сельскохозяйственного развития штатов. В каком городе находилось производство аттракционов, устанавливаемых в каждом парке развлечений СССР? Эйский механический завод «Аттракцион» в советский период был монополистом в стране по производству парковых аттракционов. Продукцию завода можно было увидеть в каждом городском парке Советского Союза. На гербе какой Советской Республики была изображена гора, расположенная далеко за пределами СССР? Государственный герб Армянской Советской Социалистической Республики состоит из изображения Большого и Малого Арарата, сверху серп и молот на пятиконечной звезде, окруженной лучами. Существует дипломатический апокриф, в соответствии с которым Турция будто выразила протест, почему Армения поместила на свой герб гору, которая ей не принадлежит. На что тогдашний нарком иностранных дел Чичерин ответил: «А почему на флаге Турции помещен полумесяц? Луна ведь тоже ей не принадлежит». Какая из этих советских республик просуществовала лишь до 1924 года? Бухарская Народная Советская Республика – это государство, возникшее после ликвидации Бухарского Эмирата 2 сентября 1920 года. В 1924 году было принято решение о вхождении Бухарской Республики в Советский Союз в качестве Бухарской Социалистической Советской Республики, которая в результате национально-государственного размежевания в Средней Азии 27 октября 1924 года была упразднена. Ее территория вошла в состав вновь образованных Узбекской ССР, Туркменской ССР и Таджикской АСР. СССР, а с 1929 года Таджикской ССР. В Советском Союзе было модно собирать марки. Как коллекционеры чаще всего отклеивали марку от конверта? Каждый коллекционер марок знал, что лучший метод сохранить целую марку с конверта – подержать конверт с маркой над горячим паром. Марка сама отклеится и коллекция пополнится неповрежденным экземпляром. Где профессиональные советские коллекционеры хранили марки? Марки хранили в альбоме «Клясеры». «Клясеры» — это альбомы для марок с картонными страницами с наклеенными на них прозрачными полосками, в которые вставляются почтовые марки. Марки нужно было не приклеивать, а только вставлять. Существовало множество моделей «Клясеров», самые популярные из них размером А4 и А5. Как называлась любимая советскими детьми игра, ведущий в которой козел? Советские дети любили играть в чехарду. Суть игры проста, участники поочередно прыгают через своих партнеров, стоящих в согнутом положении. Игрока, который сгибается и упирается в коленях, называли козлом. Тот, кто рос в СССР, наверняка вспомнит, как называлась самая популярная конфета ириска. Ириски – это помадная масса, получаемая при уваривании сгущенного молока с сахаром, патокой и сливочным или растительным маслом либо маргарином. В Советском Союзе ириски получили распространение в порционном виде как конфеты в обертке. Самые популярные ириски назывались «золотой ключик». Какие виды единоборств являлись общедоступными в СССР? В
В советское время было не очень просто заниматься единоборствами. Общедоступными видами единоборств в СССР традиционно был бокс и различные виды спортивной борьбы. Рукопашный бой, карате и другие прикладные единоборства изучались только в милиции, КГБ, элитных подразделениях советской армии не были доступны обычному советскому гражданину. Какой вид спорта не поощрялся советской властью? Бодибилдинг делал акцент на намеренном качании мышечной массы и любовании собой в зеркале. Проблема была в том, что культуризм считали западной тенденцией со всеми вытекающими пороками. Он шел вразрез с системой физического воспитания Советского Союза. В каком классе обычно принимали советских детей в пионеры? В пионерскую организацию принимались школьники в возрасте от 9 до 14 лет. Формально прием осуществлялся на добровольной основе. Отбор кандидатов производился открытым голосованием на сборе пионерского отряда, обычно соответствовавшего классу, или на высшем, на уровне школы, на совете дружины. Какой курорт в Советском Союзе получил название «Летняя столица»? Сочи заслуженно называют летней курортной столицей и сейчас. С конца 19 века этот город является курортом общегосударственного значения. Сочи – единственный в СССР субтропический город-курорт, который протянулся вдоль побережья Черного моря на 145 километров. Поэтому советские граждане проводили лето в Сочи. А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа. Что это за советское техническое устройство в данном коротком ролике, и как оно работает? Напишите в комментариях ваш вариант ответа, что это за советское устройство, и как оно работает. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал, и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.